Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня разберемся, что делать, если вы используете программу Zoom, но нету звука, вы ничего не слышите, и как включить звук в Zoom на телефоне. Ребята, если вас интересует такой вопрос, обязательно подпишитесь на мой канал, оцените видео лайком и поехали. Значит, первое, что нужно сделать, это разрешить доступ приложения Zoom к камере и микрофону на вашем устройстве. Я все действия продемонстрирую на примере iOS устройства, на примере iPhone. Итак, для этого, ребята, заходим в настройки, ищем приложение Zoom и разрешаем программе Zoom доступ к микрофону и камере. Если вы будете планировать Zoom конференции, также можете разрешить доступ к календарю. Ребята, принцип действия на телефоне с операционной системой Android аналогичен. После того, как вы разрешили приложению Zoom доступ к камере и микрофону, значит, открываем само приложение. Итак, давайте разберем первый вариант, когда вы будете входить в режим конференции без регистрации в Zoom. Итак, я сейчас войду в режим конференции без регистрации в программе Zoom. Для этого мне нужен идентификатор конференции, который вам должен прислать организатор конференции. Друзья, значит, Zoom выдает при подключении к конференции вот такое сообщение: чтобы слышать остальных, подключите звук. Вызов с использованием звука через интернет и отмена. Давайте рассмотрим вариант, что вы здесь не выбрали вот этот вариант, вы просто нажали отмена или просто нажали на свободном месте экрана. Смотрите, вы ничего не слышите, если тапнуть по экрану. У вас нету ни динамика на экране, нету ни микрофона. Значит, чтобы включить звук в такой ситуации, просто в левом нижнем углу выбираем «Подключить звук». И выбираем «Вызов с использованием звука через интернет». Как видите, у вас появляется микрофон, появляется динамик. Теперь вы можете разговаривать и вы все будете слышать. Если вам нужно будет отключить микрофон, просто клацаете на микрофон, таким образом вы отключили микрофон. Также вы можете отключить динамик, то есть вы ничего не будете слышать. Есть, ребята, таким образом мы можем включить звук в Zoom на телефоне, если вы подключаетесь к конференции без регистрации в программе Zoom. Ребята, если вы не хотите постоянно перед каждой конференцией выбирать вызов с использованием звука через интернет, значит, вы можете сделать это все, чтобы было автоматически. Я сейчас покажу, как это все сделать. Значит, на стартовой странице экрана в левом верхнем углу выбираем шестереночку настройки, переходим на вкладку «Конференция». Автоматически подключение к аудиоконференции. Здесь выбираем «Использовать интернет». Нажимаем «Готово». И таким образом, если вы будете всегда подключаться к конференции без регистрации, вы будете попадать в конференцию со звуком. Теперь давайте разберем настройку звука в Zoom на телефоне, если вы зарегистрированы в программе Zoom. Давайте рассмотрим первый вариант, это когда вы вошли в режим конференции. Вы вошли в режим конференции. Припустим, что опять вы не выбрали вызов с использованием звука через интернет, вы нажали отмена. Что делать в такой ситуации, когда у вас нет звука? Опять же, в нижнем левом углу нажимаем «Подключить звук», выбираем «Вызов с использованием звука через интернет». Есть. У вас появляется микрофон, появляется динамик. Теперь вы можете аналогично отключить свой микрофон, отключить динамик, то есть уже по ситуации. Также вы можете автоматизировать этот процесс, чтобы постоянно не выбирать вызов с использованием звука через интернет. Для этого достаточно зайти в настройки программы, в нижний правый угол, выбрать конференция и выбрать вкладочку «Автоматическое подключение к аудиоконференции». И здесь «Использовать интернет». Нажать «Готово». И теперь при каждом подключении к конференции вы будете подключаться с использованием звука. Ребята, если вы это все сделали, но звук так и не появился, тогда обратитесь к организатору конференции, возможно, он запретил включение микрофона для участников конференции.
Таким образом, мы сегодня разобрали, как включить звук на телефоне, разобрали разные ситуации, когда вы уходите в режим конференции без регистрации, а также когда вы зарегистрированы в программе Zoom. Друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Обязательно оцениваем видео лайком. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем удачки и пока-пока.